Тем временем Северная Корея грозится потопить атомную подлодку военно-морских сил США. Так в КНДР отреагировали на прибытие американской субмарины «Мичиган» в южнокорейский порт Пусан. В Пхеньяне заявили, что готовы атаковать подлодку при возникновении угрозы безопасности страны или каких-либо провокаций со стороны американцев. Не исключают Северной Кореи и использование оборонительных сил ядерного сдерживания. Напомню, в Японском море ВМС Америки и Южной Кореи планируют совместное учение.